Привет, друзья, с вами Кики, это сегодня будет последнее видео, но очень важное. Почему нас так поставило индексы на биткоин, на эфириум, на цену, отслеживающие цены биткоина, отслеживающие цены эфириума? И сейчас финальная стадия для индекса касательно XRP. Для чего это очень важно и почему это делается сейчас? Над этим долгое время уже работают. Смотрите, для больших компаний, которые предложат инвестиционные портфели институциональным инвесторам, им нужно знать конкретную цену. Они не могут предложить покупать несколько миллионов, к примеру, эфириумов, основываясь на цене какой-то корейской или китайской биржи, которая в по уши в манипуляции, или в другой бирже, где арбитраж уже может составить, скажем, несколько долларов. Такие цены, они... Но это не цены, понимаете? Те цены, которые существуют прямо сейчас на рынке, это вообще нереальные цены. Они создаются исключительно из манипуляций, из спекулятивных исходов. А для больших игроков, которые вот-вот скоро начнут открываться, NASDAQ эти индексы приготовляет для них, чтобы у них было место, откуда взять цену для продажи, для открытия или закрытия. Спасибо всем. Пока.